Вичуга – привокзальная площадь. С этого года здесь ведутся работы по ее благоустройству. Месяц назад губернатор встречался с подрядчиком проекта. Тот сказал, что объект готов на 18% и сложностей нет. Смотрите, объект важный, жители его давно ждали, просили, что именно привокзальной площадью заняться. Тут надо все сделать на высшем уровне. Мы стараемся. У нас по проекту заканчиваем мы к октябрю. Я думаю, к сентябрю мы должны выйти уже отсюда готовыми со всеми. Развитие малых городов – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства. О реализации программ благоустройства губернатор рассказал президенту Владимиру Путину на встрече 10 мая, а также поделился с участниками форума во Владивостоке. Вот мы всеми этими проектами, мне кажется, должны думать о том, чтобы душу русских городов, которая уникальна, и действительно города – это традиции, хранители традиции, истории, чтобы ее нашими проектами, нашими преобразованиями подчеркнуть и не потерять. Это, мне кажется, очень-очень важно. Вичуга, как победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, получила федеральный грант в размере 85 миллионов рублей. Площадь территории, которую планируют благоустроить, 2,5 гектара. А техническая готовность объекта на данный момент составляет 32%. Если раньше здесь была стоянка без удобств, то теперь планируют установить навесы для комфортного ожидания и единую навигацию для пассажиров. Помимо этого, обустроят тротуарные дорожки, уличное освещение, скамейки и парковки для рейсовых автобусов. Соответственно, сейчас мы проводим подготовку под обустройство пешеходных дорожек, прокладку кабельных линий под освещение и общее благоустройство. Привокзальная площадь Вичуги – это ворота в город, с которых и начинается погружение в его историю. Поэтому встречать жителей и гостей города будет ее символ – белые колонны. А на парковке планируют организовать кинотеатр под открытым небом. Проекты по благоустройству разрабатывают при участии жителей. Территории также выбирали при их участии. Жители активно голосуют и... По крайней мере, последнее голосование за привокзальную площадь было у нас в районе 6,5 тысяч. Жители поддержали. Понятно, что были у нас и другие предлагались объекты для благоустройства города. Но на тот год выиграла как раз привокзальная площадь. Ивановская область активно участвует и побеждает во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, за 5 лет преображение региона произошло за счет 24 победных заявок. В их числе Кохма, Заволжск, трижды Юрьевец, Комсомольск, Гаврилов Посад и другие. У нас в 2023 году мы благоустраиваем 19 территорий. На это выделено 583 миллиона рублей. Наиболее крупные – это Вичуга, 85 миллионов. И Гавпосад, и Наволки по 80 миллионов рублей. Пока что из 19 объектов 4 близятся к завершению, остальные в работе. Срок окончания работ по проекту Вичуги 1 ноября этого года. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс».